О, привет, Зорка. Что? Не знаю, что. Привет, привет. Да, да, прям замечательно, да? Все как надо. Вы же напомните мне, как нашего шерифа зовут? Ну, господи. Этого помощника, шерифа, ну, главного. Мистер Хадсон, вот, да, Хадсон, точно. То у меня, в принципе, большая проблема на имена. Я очень тяжело запоминаю именно. Я свое тут и, ну, своего персонажа еле запомнила. Мистер Хадсон? Morning. Прошу прощения, вы не видели помощника шерифа? Гутен Морген. А что? Его имя. Гутен Морген. Здравствуйте. Ну, мистера Хадсона, наверное. Мистера Хадсона я видел. Я сутки назад. Слышала выстрелы недалеко от фермы с кукурузным полем. Интересно. Там какой-то всадник на лошади мчался. На темной лошади. Всадники не все такие. Ну. Буйные. Вы считаете, что мне не нужно на это обращать внимание? Не знаю, возможно, у вас появится работа. У кого? А вы не доктор, разве? Нет. Прошу прощения, перепутал. Ладно. Как я могу обращаться к вам? Мисс... Миссис... Мисс Флетчер. Мистер Кроненберг, владелец чудного заведения под названием Селбург. А, хорошо, приятно познакомиться. Именно. А, и секрет, чем занимаетесь? О, лошадей развожу. Это прекрасно. У них нам. Ну и коров. Не помешает. Держу. Еще жрать хочу. Вот я сказала сюда вам. Значит, я знаю, кого закупать молоко. Это прекрасно. Отлично. So glad to hear it. Прошу прощения, я, наверное, к вам в салон пойду, зайду. Более да, приятного аппетита. Да, спасибо. Доброго дня. Доброго. А, мистер Хадсон. О, мистер Хадсон. Там какой-то выстрел был возле поля, возле фермы с кукурузным полем и табаком, как я понимаю. Один? В той стороне. Но выстрел был не один, было порядка где-то 2-3. И всадник. Хорошо. Купер! Седлай лошадь, едем. Фух, пойду, поеду.
Опять читать. Ну ладно. Главное сейчас мне не упасть. Возьми. Пожалуйста, не упади. Это будет очень нелепо. И не к месту, бля, кому-то, пожалуйста. И прошу, не приставайте ко мне никто. Дайте я поем. А я чую в салоне голоса. И по всей видимости, молодец. Алис, не кричи. Спасибо, зайка. Чую, что сейчас к нам кто-то пристанет в салоне. Доброе утро. Здравствуйте. И у вас есть что-то перекусить? Жуть, как хочется кушать. Что бы вы хотели? Не знаю. Хотя по ассортименту что-нибудь очень сытное. Сейчас я вам принесу в таком случае ароматное мясо. Спасибо, я тогда вон там за столик присяду. Бля, чё я такая какая-то? Никакая. Так, а как здесь можно как-то? А здесь не, наверное, нельзя никак. Можно сесть за стол. Ну, видимо. Семь утра. О, благодарю. И сколько я должна? 45 центов. Да, секундочку. Я буду ждать вас возле стойки. Хорошо. Блин, жалко, что она встает. Бонжур, мадемуазель. Доброе утро. Добрый день. Да, добрый. А, я извиняюсь. Не найдется ли у вас что-нибудь? На данный момент могу вам предложить мясо с душицей, ароматное мясо, запеченный есть. Картофель. Могу вам просто пожарить нежную свининку, тушку птицы или мраморную говядину, так скажем. Так, восстанавливает. Можно мне, пока еще. Говядину пожарить, да, картошку. Сколько вам кусочков картофеля? Два. Два кусочка картофеля. Мясо вам тоже один кусочек или также два? Один. Так, один кусочек. Я вас понял. Какой упитанный повар. Картофель, две штуки с вас будет 30. Это вандер в молодости. И за мясо тоже 30 центов. В общей сложности 60 центов. Можете деньги пока оставить на стойке, я пойду приготовлю. Вот доллар, сдачи не надо. Хотя вы весьма щедры. Сейчас принесу. А, театр. Это когда завтра, да? Ну, сегодня суббота, да, значит завтра будет спектакль. Такие фамилии, попробуй выговорить. О, земля где-то. Да. О, идут, блядь. Тут согласен. Утро доброе. Утро доброе. Бандито, пойду. Пошли то, бандито. Алиса, не кричи. Сейчас две неуверенности встретятся, короче, я и Грег. Одну мясную рыбу, пожалуйста. А, и можно, пожалуйста, кофе? Пожечь кофе.
По поводу кофе сейчас посмотрю. Если его не будет у нас на, так скажем, на складе, то он 100% есть у моего сменщика. Угу. Точка, 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 точка. Ну так, а вот ваша еда. Приятного аппетита. Давай, зайди, неуверенность. Будет дабл. Дабл неуверенность. Я точно тогда без своей разницы. Так, видимо, все кофейные зерна потратил мой коллега, так что, если что, обращайтесь к нему. Ага, хорошо. Еще раз приятного аппетита. Мерси. Вы главный доллар соберите. Да, конечно. Так, нам главное сейчас дождаться его. Ну да, да, спроси насчет этого. Есть можно. Знаете, я заметила одну такую штуку, когда я залетаю на персонажа, да, какого-то. Вот как-то рандомно у меня начинается отыгрыш характера. Я причем... Да, это верно. Не знаю, она у меня не должна быть такая, типа, неуверенная. Но возможно. Это ей может быть свойство, потому что, типа, она не была в больших городах таких, тем более... Хорошо. Чем больше посетителей, вот тем больше приятных событий. Ну, это еще вот эта моя нервозность сказывается, конечно. На том, что я еще до конца не знаю этот функционал. Я помню, с Оливией также был. Оливия был мой первый. Я же соврал, что прибыль это... Была сначала легкая неуверенность, а потом понеслось. Но все равно я больше склоняюсь к тому, чтобы получать эмоции. А, пьяные и сытые люди приносят уйму эмоций. Благодарю. 45 центов, да? Да, все верно. Возьмите. Спасибо большое. До свидания. Да, не за что, до свидания. Так, ну что, Патрик, ты поел? Ну да, в принципе, что. Так, давай. Да.
Извиняюсь, красивая девушка. Красивая дама, извиняюсь, пожалуйста. А это что за лошадь такая? Это вы ничего себе, это вы где такую на вообще прикупили? Это моя лошадь, сейчас свожу. Вы разводите лошадей? Ну да. Ого. Знаете, у меня всегда было пристрастие к лошадям. Я вообще своего рода рыбак. Я вот всегда любил на повозке, знаете, поездить за рыбкой. Я бы, если честно, вот... Ой-ой-ой, дождик пошел, неприятно, конечно. Надо внутрь куда-то зайти, наверное. Ну ладно, раз уж шли, куда шли, тогда и, собственно, задерживать вас не буду. Просто вот удивительно, если честно. Спасибо. Красивая очень лошадка, спасибо. Конечно. Да. Это, сколько стоит ваша меньшая, так сказать, лошадь самая такая? Ну, убитая такая вообще, вот негодящаяся. Ну, где-то от 50. От 50. Понятненько. Пока так, дальше, возможно, появятся лошади подешевле. Это 50, это... У меня таких, если честно, и денег-то и нет. А может, у вас рабочее место какое-то есть? Да, но нужны будут люди. Пока что... Думаю, через дня 3-2 понадобятся люди. Ага. Вы чего, что-то там-то какая-то, что ли, у вас это будет большая, так сказать, завозка этих лошадей или ничего? Нет, просто я... На ферме нужна будет помощь, если вы... У вас прям своя ферма? Ничего себе, это удивительно, если честно. Девушка ферму держит, это я впервые вижу такое. Это удача вам вообще, скотоводство-то, это хорошо. Вы что, всегда меня в городе можете найти? Я человек, так сказать, работаю. Хорошо. А, спасибо, меня Сэм зовут, Вайлд, Сэм Вайлд. Или Флетман. Флетчер, господи, блядь. Боже, какой позор, свою фамилию не могу запомнить. Я его не запомню. Все, я его уже не запомнила. О чем говорить. Так, все, набрали, этого будет достаточно. Это мы повесим. Привет! Привет, Янек! Привет! Даже лошадь поздоровалась. Так. Жалко, что здесь нету блокнотика, честно сказать. О! Надо было еще кусочек мяса попросить в салоне. Ладно. Я просто что-то как-то быстро оттуда ушла. Еще забыла нож взять. Так, мне нужно. Что мне нужно? К
купить товары. Итак, что здесь есть из овощней? Персик, кукуруза, хлеб. Овсяное печенье, консервированные персики, лосось, кукуруза, огурцы, клубника, лосось, персики. Угу. Угу. О, прям какое-то мне помутнение где-то. Так, где мой блокнот с задачами на вообще ближайшее время? Итак. Угу. Угу. Так, а здесь... Спасибо, Бэнкс. Добрый день, мисс. О, здравствуйте, извините. Так, здесь только перьевая ручка, а карандаша нету. Morning, miss. Хм. Мне почему-то кажется, что здесь вот реально, типа, вот скупают. Видите, вчера была ручка, а сегодня уже нету. Здесь я снаружи бутылку. Мэм. Здравствуйте. Простите, здравствуйте. А вы не подскажете, в какую сторону Сен-Дени? Ну, вы точно Патрик. Не в ту сторону идете. Я вам без понятия. В ту надо сторону. А в ту сторону? Ну, естественно. Чего? По-моему, туда. Да, там. Ну, туда. В общем, мы не знаем, да. А, что ж, извините. Да, всего доброго. До свидания. Сейчас закрутят меня. Thank you.
Да уж, как мне, кстати, это дождь. И снова здравствуйте, мисс. Здравствуйте. Не против, если я вам тут составлю компанию? Да, не против. Чего? Да, совсем забыл. Извините мою бестактность. Мэтью Моксли. Элис можно Флетчер. Просто Мэтт? Мисс Флетчер. Очень приятно. По-моему, я вас раньше в городе не видел. Я, конечно, память меня в последнее время подводит. Ну, я живу за городом. Не так давно приехала, и не было времени приехать сюда и познакомиться с жителями. Переезд — дело такое. Да, понимаю. Чем занимаетесь, если не секрет? Развожу лошадей, коров, молоко. А, так у вас своя ферма, ранчо? Ну, не ранчо, но ферма, да. А, у меня тоже. Что, разводите? Кого? Скорее выращиваю табак и кукурузу. А, это недалеко. О вас говорили. Понятно. А. Если обо мне говорят, то очень хорошо. Да. Старший помощник шерифа говорил. Не та ли ферма ваша недалеко от города на северо-западе? Угу. А, так мы, получается, с вами соседи. Что ж, очень приятно. Кстати, сегодня слышала, какие-то выстрелы возле вашей фермы. Человек верхом на лошади скакал, стрелял. Да, я тоже эти выстрелы услышал. Ходил, взял оружие. И потом на меня вышли два голубчика из зарослей табака. Одного из них я подстрелил, а второй направил на меня револьвер. Да. Они сейчас... И как вы выкрутились? Ну... Я так понял, они были сами не бандиты, а скорее те, в кого стреляли те бандиты, что ехали верхом на лошади. Скорее всего, это их преследовали. И они в поисках, так сказать, убежища побежали ко мне на ферму, а там их уже встретил я с распростертыми объятиями. Ну, знаете, когда из кустов табака на тебя выбегают два мужика, тут как бы особо много времени вопросов задавать нету. Тем более, что за несколько минут до этого я слышал выстрелы. Поэтому пришлось действовать на опережение. Ну, слава богу, я его там не сильно подстрелил. О, да. Так что можно сказать, что все обошлось. Я... Хадсону, правильно же? Вроде так его... Да, старшего мистер Хадсон, это помощник шерифа. Я ему сообщила о том, что у вас произошло, он туда сразу же рванул. Да, мы его встретили как раз-таки по дороге объехать. В город. Спасибо вам за бдительность в таком случае. Да, пустяк. Говорится, мы, честные фермеры, должны держаться вместе. Значит, говорите, кукурузу выращиваете? Да, кукурузу, табак. Возможно, я у вас прикуплю как-нибудь кукурузы на корма коровам и лошадям. Они это лакомство любят. Да. В принципе, думаю, о цене договоримся. Мы ближе к делу. Угу. Да. Извините, если вопрос покажется бестактным. Где же ваш супруг? На том свете. О, извините, не хотел. Да ничего страшного.
Просто нередко в наше время увидишь женщину, которая, так сказать, занимается в одиночку фермерством и всем подобным. Ну, это его дело было, поэтому я не осмелилась это забросить и решила продолжить его память. Благородно. А больше нечего остается делать. Дождь закончился. Замечательно. Так, ну что ж, миссис Летчер, в таком случае я к вашим услугам, если буду нужен. А по поводу всего, всех наших дел, я думаю, мы с вами поговорим. Бля, Квазар, позднее. Я вчера чуть не задушила свою сестру. Что точно вам станет нужно и станет ясно, какое скоро количество сделаем. Товара вас интересует. О цене не бойтесь, договоримся. Хорошо. Да, и поаккуратнее могу вам, так как сторожу, сказать, поаккуратнее с двумя вот этими семьями Греев и Брейтвейтов. Да, наслышана что-то. Люди в крайней степени бесчестны. Хоть и богатые. Что ж, в таком случае откладываюсь. Да, спасибо за компанию. Извиняюсь, ой. Все в порядке? Да, вот это вот инерция от перепрыгивания забора, вот это. Ой. Я вам хотел предложить рыбу. Рыбу? Хотите филе? Очень вкусное филе. Ну, это можно приготовить, можно куда-нибудь отъехать, сделать какой-нибудь, знаете, вот это вот приветственный, так сказать, прием. Блядь. Да, пока что я должна буду вам отказать, потому что пока занята. Чего? Я говорю, пока что вынуждена вам отказать, потому что я хотела отъехать по делам. Ой, дела. Но дела, если дела. У вас рыба есть, я буду это иметь в виду. Люблю. Да, у меня есть рыба. Да, да. Ну, в общем, если захотите покушать, это, у меня есть рыба, можем куда-нибудь ехать, пожарить рыбу, если вы хотите покушать. У меня, знаете, у меня много рыбы, я очень успешный рыбак. О, это здорово. Да, да, так и есть. Здравствуйте. До свидания. Что ж, ладно тогда уж, и ладно, и не буду тогда задерживать, если не хотите уж. До свидания. Здесь Роуз. Не видел, я хрен знает, где он шляется. Я бы кого-нибудь, хотя... Кого-нибудь. Я уже встретила кого-нибудь, и спросить у них не спросила.
планы. Мне надо купить продуктов для того, чтобы готовить, жрать. Мне нужно нанять работничков. Я вообще хотела спросить у кого-то, типа, куда ехать в Сен-Дени, а что-то я туплю, короче. Не сразу. Мне нужно сейчас понять, как у меня все вот это вот будет работать. И что ж, тогда как встречу того человека, обязательно передам. Был рад, если вы найдете мне клиента. Здравствуйте. Элис, здравствуйте. Не буду отвлекать. Всего доброго. Извините, да, вы говорили, что вы знаете, где Сен-Дени находится. А могли бы вы мне хотя бы сказать, в какую сторону ехать? Да я могу с вами прокатиться. Да, да? Да, мистер Моксли. Ну, если... Вам лучше сейчас не суваться на свою ранчо. Ой. Так почему? Знаете, очень много выстрелов, и там последний раз ограбили буквально час назад человека. Мы сейчас поедем туда. Ого. Элис, я прошу вас, тоже не уезжайте пока из города. Что, вы поедете с нами? Что ж. Да, это моя земля. И я, если нужно, буду защищать ее с оружием в руках. Поехали. Вы же в порядке? Ну, я ехала в сторону города, слышала выстрелы какие-то возле ранчо. Вернее, возле фермы. И сообщила шерифам. Ну, офису шерифа. И оказывается, там кого-то ограбили. И было людей каких-то видели. В общем, да. Тебе сейчас как раз-таки они про это и говорили. Угу. Тогда как будете готовы к поездке в Сен-Дени? Я думаю, мы с вами найдем друг друга. Да я вот думала, пока день съездить туда. Лис, не кричи! Да твой. Ну, я так заметила, помощники шерифа сейчас поехали разбираться с этим. Если вы там надолго планируете? Ну вот я боюсь, что я вас задержу там. Ну, мы до темна вернемся или... Ну, я думаю, вернемся, но вы уверены, что вам следует все-таки уезжать с города? Ну, мало ли. У меня тут есть еще врачи из церкви. О. На всякий случай. Угу. Правда, я не знаю. Я так понимаю, они работают сами на себя, поскольку ко мне они не обращались. Может, давайте тогда не будем терять время и сейчас туда-обратно? Ну, давайте. Хорошо. Я хотела посетить там местный рынок. Господи. А, я знаю, куда это, да. Только у меня коня нет, поэтому, если вы не против, я... О, конечно, если вам будет удобно. Да, удобно. Давайте руку. Спасибо. Так, смотрите, нам вот, да, прямо... А где ваш сын? Ой, да, наверное, как обычно, занят своими делами. У него есть только одно правило, это возвращаться до темна. Тут совсем недалеко, и дорога, считайте, что прямая. Вообще, день у вас проходит, все ли хорошо? Да, все в порядке. Ну да, выстрелы, конечно. Чуть не испортили все настроение. Вперед. Ну, мы будем надеяться, что наши замечательные помощники разберутся с этим как можно скорее. Так, а здесь куда? А, направо. А
Слушайте, а подскажите, пожалуйста, а у вас на ферме только кони и скот, правильно помню, да? Угу. Выращивание не занимаете? Блядь, ребята, сорян. Нет. Иди сюда. Папа. Да, на, забирай. Well, hey there, partner. Прошу прощения. Да ничего. Я все пытаюсь найти человека, который огородом занимается. Но... А, вот этот мужчина, который рядом с вами был, он вроде как выращивает кукурузу и табак. Кукурузу и табак, да. Я больше заинтересована, может, картофель выращу. О. Ну, в крайнем случае, придется самой вернуться. Так, левее, левее. Угу. Так. А сколько лет вашему сыну? 17. Мальчик взрослый. Да. Невест пока еще не водил? Очень самостоятельный. Пока нет. У меня ощущение, будто он не сильно в этом заинтересован. Он с самого детства очень помогал мне в моей работе. У меня ощущение, будто это теперь единственное, что его интересует. Ничего, всему свое время, незачем торопиться. Мне всегда казалось, что мальчики в таком возрасте то и дело думают о девочках. О, видимо, в моем случае мой сын это исключение. Я даже как-то, знаете, стараюсь не заводить с ним разговор на эту тему. Он как-то так замыкается в себе, что ли. Неловко ему говорить про это, наверное. Я так понимаю, вот это справа? Да, справа, и там через мост. И там совсем рядом к въезду в город рынок. Тут раньше был завод, но он теперь... Ну... Заброшен уже как много лет. Воздух здесь не очень чистый. Да. Ну, город этот более прогрессивный, чем тот же Роуз. Я когда прибыла в Роуз, наверное, первый раз могла вдохнуть полной грудью и не поперхнуться пылью. Ну, не сказать, что Роуз не пыльный. Ну уж поверьте, по сравнению с Индони. Тут он, видите, справа все дымит. Да уж. Да и прям перед нами заводят много, так что. Может, оно даже и к лучшему, что я с сыном перебралась в Роуз. Там и природа, и куда больше свежего воздуха. Я думаю, это пойдет ему на пользу. Продолжайте идти по этой дороге. Отродясь, в таких городах не было. Ой, город шумный, людей очень много. Да, не всем такое по душе. При том, что я прожила тут всю свою жизнь, как-то не могу сказать, что мне здесь нравилось.
потом будет плавный поворот направо. Ну, дальше по этой же дороге. Может, стоило вашего сына предупредить, что вы уедете, а там переживать будет начнет. Стоило, наверное, но его дома не было, и в городе тоже. Какие дамы ходят. Даже дети прямо. Чуть левее. На ту дорогу, да, вот куда вы сейчас смотрите, налево, налево, да, и направо. Конь испугался. В таких городах больших не был. Так, это здесь уже рынок получается или что это? Практически, еще чуть-чуть дальше. Там увидите, вот будет, смотрите, там по левой стороне увидите ступени, и там еще сверху фонари. Прямо еще ехать? Угу. Это вот эти ступеньки? Вот, да. Ох, так, а тут лошадь здесь даже не будет. Тут где-то недалеко была коновязь. Вроде как чуть дальше можно пройти. Там, насколько я помню, были. Или же, если желаете, можно коня оставить возле порта, а сюда пешком дойти. Да, я что-то переживаю, лошадь оставлю. Если я здесь привяжу лошадь, мне не надо? Да нет, я тоже часто так делаю. Пойдемте. Алиса, не глупый! Кисельный, блядь, соседи Hello. Нас придушат нахер. Здравствуйте. Ой. Тут чем только не торгуют. У меня ощущение, будто здесь можно найти все на свете. Ух. Так. Держите при себе свою сумочку на всякий случай. Да, поняла. Так, у нас же здесь получается, да, где-то? Ну, выходите, смотрите, что вам нужно. Я просто сами закомпаю. Бакалейный магазин только есть. Да блядь, сейчас, ребят. Hello, ma'am. I'm fine. Mrs. Hello, miss. Алиса! Блядь. Так. Да, блядь. Но здесь нету точек никаких. Здесь точек нету. Здесь надо идти на этот... А где бакалейная? Вы не в курсе? Знаю, конечно, тут тоже недалеко. О, давайте еще бакалейную съездим. Так, лошадь. Выход, вот, и ваш конь по левую руку будет. Никто не украл. Фу.
Так, командуйте, куда ехать надо. По этой же дороге, но в обратную сторону. Ага. Да. Тут совсем она близко. Вот, видите, зеленые навесы? Ага. Вот здесь. Так, и нету коновязи, понятно. Коновязь там можно обойти слева. А, там должна быть. Hello. Вот, видите, сразу слева от нас вот здесь вход. И вот если повернете налево, там, видите, несколько коновязей. Налево и потом еще раз налево по дорожке. Вот. Где-то здесь были. А вот. А вот, да. Ух, отлично. Угу, пойдемте. Ой, здесь вход вроде есть. Угу. Здравствуйте. Hello. Здравствуйте. Так, что здесь есть? Посмотрим. Дрожжи, кусок сыра. Ух ты! Кукурузная мука. Помада? Ничего себе. Тазик. Как-то печально. Ну, потому что конец недели. Наверное. Чего остается? Так, сейчас. А фасоль есть? Фасоль. Дайте, пожалуйста, пару баночек фасоли. Давайте 5 штук возьмем. Спасибо. Это что такое? Инструментальщик. Ух ты. Оружейник. Это бригадир. Ой, инструментальщик. Материалы. Салон 1, салон 2. Книжный магазин даже есть. Прикольно. Так, что ж, замечательно. До свидания. Пойдемте. И напоследок, вы могли бы показать, где здесь есть конюшня? И бегом едем домой. Конюшня, да, конечно. Она как раз на выезде из города. Блядь, точка, точка! У лошади стресс. Ч-ч-ч-ч-ч. Так, а теперь чуть-чуть правее. Здесь можно прямо поехать. Да, и на вот эту дорогу, которая слева. Вот туда и... Угу. Вот так вот прямо в этой дороге. О, Эддингтон пришел. Пять лет подряд один и тот же музыкант здесь стоит. Вы завтра пойдете на в театр? А на вот этот концерт, что листовки раздавали, или? Угу.
А, ну, если сын захочет, то можно. А вы? Ну, да. Мне очень интересно посмотреть. Я думаю, тогда я поговорю с сыном, и мы можем вместе поехать. И вот она, ваша конюшня. Ага. Вот это вот? Да, вот. Давайте я вас подожду. Тогда вы умеете верхом ездить? Да. А посидите тогда, пожалуйста, на лошади. Да, я послежу. А то она боится. Ничего. Здравствуйте. Блин, ну да, я этот, скорее всего, в инструментах лошади. Щетка, короче, да, скорее всего, в инструментах. Ну, а не, вот топ. Опа, 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 нет, все-таки правильно. Сено, о, сено, 18 центов. Свекла. Щетка. Ну, нам нужна щетка. Блядь, я тупанула, что я не написала в имуществе щетку, блядь, ладно. Я вот, как обычно, я облажунькалась. Всегда вроде пишу все, что мне надо, нафиг. И забыла, блядь, прописать щетку. До свидания. Я же купила, да? Да. А! Банки-то не стакаются. Фух, все. Так, так. Так, поехали, а то помощник шерифа разнервничается, что я вас увезла. Но это... Ничего, он не разнервничается. Все нашли? Да, да. Замечательно. Ох, как темнеет. Ну, к счастью, города рядом. Ну да. Хоть что-то радует. Да. Вы сейчас к себе домой? Нет, пока еще буду в городе. А что, вы что-то хотели? Ну, хорошо. Да нет, просто спросила, что если бы вы... возвращались бы домой, то попросила бы меня по пути тоже домой забрать. А, ну, там же, по сути, рядом, поэтому я могу вас забросить. Ну, ладно, не стоит. Я как раз посмотрю, как там в городе, может, кому помощь нужна. А может, и там... Честно говоря, мне все такие вежливые. Аж немножечко тошно, блядь. Что-то я как-то аж скучаю по Бет, прям хочется поязвить. Так что все равно получается как раз. Ну, да. Может, как раз к этому времени уже и шерифы вернулись. Может, узнали чего по вот этому делу. Главное, как чтобы не было жертв. Ой, тут вы правы. Господи, ну и звуки.
Вот там, где поехала повозка, нам туда же. Все как надо, до темна. Прям по расписанию. Возвращаю вас на то место, где я вас забрала. Спасибо большое. Хорошего вечера. Да, и вам. Я хочу с Грегом встретиться, блин, ёлки зелёные. Мисс, а вам шоколад не нужен? Что? Не хотите шоколад? Я хочу. Нет, спасибо. Я хочу. Я только дам ему предлагаю. Ты иди вон, консервы поешь. Идет сыночка разбираться. О, здравствуй. Кружку пытается продать. Я говорю, либо доллар, либо кружка кофе. Кружка кофе стоит дешевле, чем доллар. Подожди, если ты не предлагаешь сейчас тебе кружку, да тебе и доллар, значит, кружкам и 50 центов это будет отличное предложение. Да, если ты мне сейчас дашь кружку и просто 50 центов, вместе с кружкой, то я возьму, да. Коса жрет. Ой, так, все, я здесь, ребята, сорян мне. Добрый вечер, парниша. Так. Давайте одну, да. Спасибо. Пойдем почитаем. Блядь, точка! Кто там стоит? Кто там? Hello.
читаю. Давай. Ну, не отвлекай. Там, кстати... Я сам прочитаю. Ты набрал людей? Да, едь. Да, я нашел троих. Вот это, вот, которые я вчера оставили. А, черт. Наберу. Hello. Итак, еще раз. Веревка, син, печенье, конфеты, печенье, ассорти, хлеб, кукуруза. Перстик, молотый кофе, пустая кружка. Блять, нам кружка нужна еще. О, завезли этих. Алис, не ломай ничего. Кружка. И нам сказать, это что такое, по-моему, на рыбалке-то и было? Ой, извините. 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 И простите, вам, да. Вас простите. Да. Я случайно. Подожди, Извините. Это ж тобой на рыбалке было. Я хочу, чтобы мы вот это вдвоем. Да, тихо, бляха-муха. Ну и щеточку сюда же. Бляха, в плягу я до сих пор... Нет... Я вам вчера рыбу готовила. Купите мне мясо. Пожалуйста. Проходите. Здравствуйте. У стойки стану, чтобы тоже бить вовремя. Ладно. А я не буду. Золочка, а почему? А потому что. Вы что, накормите даму? Кормите мужчину. Я вас вчера кормила. Мисс, сколько? Я ни одну не съел. Мисс, извините, что встреваю в разговор. Сколько вам нужно? А вы мне не разменяете доллар? К сожалению, разменять не смогу, но я могу заплатить за вас. Я вам верну. Я сейчас схожу, поем и вам верну. Верну. Не слушайте его. Сколько стоит? 30 центов. Ну я хотя бы свои сэкономил деньги, иначе бы не вернулись. А то есть, что обрели здесь нету? В следующий раз попросите. Почему? У меня помощи, я запомнила. Ага, я вас позвал на рыбалку, а вы ни разу не порыбачили. Я вам удочки принесла и мясо жарила. А я не ел ни одного мяса. Вы ели рыбу. Я не ел, я ловил. Ой, все, вот не надо. Нет, мне нужны монетки, мне не могут стать с доллара. Я прекрасно слышала ваш разговор. Я говорил, что... Не думайте об этом. Кушайте на здоровье. Кушайте, вот правда. Кушайте и не выёживайтесь.
Фух. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, добро зайду. Я вам хотел шоколадку, а потом бы давай. Девушка. Девушка. Вы красивейшая женщина. Мы должны зацепиться. Мы должны. Отпусти меня. Отпусти меня, ублюдок. Ой, твою мать. Ты свободен. Ой. Ничего себе. Вы в порядке? Ой, да там, ой, ублюдок этот на помощнике шерифа, думаешь, что он, ой, какой-то тут, так сказать, священный. За что? Вот, извините. Извините. Я... А за что вас вы выгнали? Ну, видите ли, меня тут считают, так сказать, местной, так сказать, бородавкой на пальце. Постоянно избавиться от меня хотят, а я всего лишь женщине приятно хотел сделать. Дайте еще шоколадку. Ага. Эти ублюдки, видимо, завидуют мне. Дать шоколадку за доллар. Иди отсюда! Это не от чистого сердца. От чистого сердца она была прекрасна, я хотел ей дать подарок. В общем, ладно, не слушайте, ничего, не слушайте его. Это, если честно, это ужас, то, что тут происходит в этом городе. Я вот хочу куда-то подальше, на ферму, с животными общаться, потому что это мое, так сказать, хобби. Ну, голова вообще. Ну, просто... Понимаю. Да. Вот, я вот как уже и говорил, так сказать, о и работе, и, как говорится, если есть, то, так сказать, и я буду. Да. Хорошо, да. А когда... Я понимаю. А когда можно зайти? Ты не понял, что ли, а? О. Приятель. Мне... Не понял? Так. Это, конечно, хорошо. У нас бюджет осталось 2 бакса с 27 центами. И мне нужно... Кстати, нет анимки. Читать. Взять в руку, блядь, есть! А-а-а, круто как! Мне туда читать. Наверное, мужская только анимка есть. Будущие выборы шерифа. Уже долгое время город Роллс обходится без шерифа, и частично его обязанности выполняется старший помощник. Неясно, как местные власти допустили дополнительное отсутствие такого особо важного органа в Роллсе. Однако редакции Сен-Денис Таймс Трибун известно, что все же губернатор прилагает некие усилия для организации выборов шерифа. Добрый вечер. Так,
Тем самым можно сказать, что в ближайшее время для вашей для нашей газеты будет объявлена точная дата и проведение определенных условий для будущих кандидатов. Стоит напомнить, что прошлый шериф, к сожалению, скончался при исполнении своих служебных обязанностей. По словам некоторых свидетелей, он был убит из-под тяжка каким-то неизвестным мужчиной, который уже... А можно с вами поговорить, тет-тет? Как? Наедине. А, давайте. Я подумал, что... Так, тихо. Несмотря на то, что он уже задерживается на личность, удалось. Так. Самосуд офицера Сен-Дени. Ух ты, Магазин мебели. Ух ты. Два налетчика в масках. Пытались ограбить кассу магазина. Давай подержится. Пытались предотвратить преступление. Несчастье не грабили, заложники, однако один из офицеров совершил бездумное действие, достал револьвер и выстрелил в голову преступника, тем самым случайно ранив продавца. Томас Олдрих, раненый гражданский, не оставил это дело и написал заявление на сотрудника полиции. Шеф полицейского департамента занялся этим случаем и своевременно уволил провинившегося офицера. Наша редакция выражает огромную благодарность руководству департамента за профессиональную помощь. Беспорядки Роудс. По многочисленным жалобам жителей Роудс сообщали, что в городе Роудс участились беспорядки среди приезжих граждан. Общая ситуация в городе ухудшается, ведь от обычных драк в салоне все пришло к открытым атакам насилия над мирными людьми, этим же мирными людьми. Не так некоторые жители города смогли лицезреть, как ночью несколько дней вызывали машину, вот на местные органы правоохранения успели вырубить подойти на место до того, как пострадавшие погибли. Однако напавшие сбежали и... Так, хорошо, ладно. И работа по извозу в Роуд с местным ЗАО обратилась в редакцию. Так, понятно. У вас всех бога нет. Боже. Сактюмерт. Спасибо, месье Хац. Будьте здоровы. Ух ты, ля как стоит. Тут он нахрен, господа, недавно. Уи, бонжур. Извините, а бармен, видимо, отошел, да? Нет, вы можете у Джорджа прикупить. Excusez-moi, таинственная мадмуазель. Да? Скажу честно, я не помню вашего имени. Я буду максимально искренен с вами. А можно мне, но у меня для вас есть кое-что. Могу ли я с вами переговорить наедине? Ну, напомните, я вам готовил ароматное мясо, так? Да. Только вот прямо сейчас у меня будет доллар. Это не займет много времени. Ну, я думаю, сейчас проблем уже не будет. Сейчас я вам принесу мясо и сдачу. Прошу меня извините. Да, конечно. Сильвуклеб, пожалуйста, за мной. Сильвуклеб, блядь. Ой, господи, боже, что я говорю? Привет! Да, я вижу. Добрый вечер. Мистер Пэриш. Какая задача. Добрый вечер. А есть положить? Прям тебе, вот но... положить, да? Не вижу ее. Увы, денег как а вот она. Скажем, за счет заведения. Мне интересно. Бля, ладно.
А давайте. Джордж, налей бокальчик. Вот ваше мясо и ваша сдача. Я даже слов таких не слышу. Приятного аппетита. Я не удивлюсь. Мне бесит, что каждый раз от Мишки шифтит. А что, он налил уже? Что стоит? Да, да, можете попробовать сейчас. Мисс Флетчер. Да. Гутен Нахт. Такой вопрос. Не желаете ли попробовать вино? Что это? За счет заведения. Мне просто интересно мнение. Только разве, если... Ну, прям немножечко. Без проблем. Сейчас. Спасибо. Джорджи, налей, пожалуйста, с садами. Так. Кто даже ни с чем не сравнит, что-то такое интересное. Точка. Ничего такая, да? По-моему, симпотная. С 50 центов не сопаришь. Вы с доллара сдачу даете? Я пошутил, мистер Пэриш. Фух. Мне уже, знаете... Оно стоит вот доллар. Чуть сердце на дне бокала осталось. Ханови есть ханови. Ну, честно вам скажу... Ну, не, стоит, это не ханови. Если оно, конечно, недорого. Потому что... Просто, что волосы опять, прическа, косичка на бок. Ну, и карие глаза. Не скажу, что прям дорогое. Ну, вот. Поэтому, ну, надо брать. Я как эксперт. Не хотите ли попробовать, кстати, между делом бутылочку виски? Новый производитель у нас на рынке. Ну, я попробую. Доллар 10. Я думаю, у вас скоро времени появится. А вы будете прямо сейчас? Ну, вот. Но, если что, да, это вообще не то лицо. Ну, что ж, мы наркомим. Не, ну, как говорится, бутылка бурбона сама, ну, никуда не уйдет. Джей-Джей, принеси, пожалуйста, бутылочку виски от наших партнеров. Да, конечно. С вас доллары, мистер Пэриш, так уж и быть. Не, ну может я все-таки потом продегустирую? Нет, бля, сейчас, секундочку. Я открою думаю, окно, сейчас. Тут жарко. А вот она, бутылочка. Не обращайте внимания, что я родитель, я ничего нет. Родитель буквально недавно выпустился. Мы решили помочь. Пытается набить себе цену на рынке. Пока еще толком не определился. Что скажете? Но знаете, самая любимая моя внешка, конечно, была у Авроры, блядь. Аврора для меня это просто... Я пыталась ее повторить, но у меня не получилось. Я сказал, что я, по-моему, такое что-то пил. Да? Аврора только прям получилась ну, вся, которая должна была бы. Вот прям чисто по характеру все прям. Месье. Да, да. Аврора была красавица, блядь, как она мне нравилась. Гер Кроненберг. Раз уж мы как заклятые враги будем называть друг друга. Да. Не, ну как, то, нет, как не взял. На родине. Бейкер там был типа брат ее. Бутылочки. Он ее очень боялся. У нас новый производитель, поставщик. Пытается получить место на рынке. Вот интересно также мнение насчет вина. Знаете, я все же, как и француз, я... Рыжая, которая была Клэр. Я ни в коем случае не хочу оскорбить ваш прекрасный напиток, но сегодня я не в настроении для экспериментов, поэтому я бы предпочел другого. Хорошо. Не странно, бурбон же американский. Excusez-moi. Не бурбон, а...
sac de merde. Господи, скажу честно, месье, я захмелел, а как же... Бренди, уи, Бренди, Бренди, уи, я бы, не по... я бы предпочел Бренди. Спасибо, надо, да, блядь, сухари и жиру. Завалялась бутылочка Бренди? Так захотелось с гадости. А, я думаю, только у... Купила сухарики, они не оправдали наши ожидания. Приятного вам вечера. Простите. Джон? Что? Как? Что за дела? Сейчас, секунду. Что-что? Говорю, все нормально? Нет, не нормально. Мне долг не простили. $15 я должен заплатить. Меня избили 2 человека, Пэриш и мистер Лысая Голова. Потом меня приложил еще один помощник шерифа решеткой в голову. Ну, сам факт, что я жив, уже неплохо. И они вернули мне оружие, но все-таки. Не самое приятное. Что можно себе представить? Я даже не знаю, чем помочь. Ну. Сейчас мне нужно достать деньги. Мистер Париж, по-моему, работа была. Он предлагает. Аж где же Романа, когда его так носят? Он уже... Благодарю за угощение вином. Он предложил вкусное. Меня сбагрить им. Чтобы ему там не спасибо водить. За мясо. Можно заказать. Мясо было тоже прекрасным. Рад вас слышать. Да. Ну. Можно войти, да? Ой, здрасте. Здрасте. Ой, извините. Господи, простите, пожалуйста. Ну и извините. Вот. В общем, мне сказали, что у меня есть 2 недели, чтобы вернуть $15. Хранить. Габриэль. Как-то неловко, да. С вами получается. Ты заходишь? Да. Иначе да, меня... захожу. Можно войти, да? Убьют. Там открыто, если что, захожу. Ой, что? Да, я знаю. Пошли в шишеку. Там разрешение не нужно, если что. Ну, я... Ну, надо. Хадсон, такая мразь. Я вас очень прекрасно понимаю, да. Лучше с ним... Так можно... Да, а можно войти? Может, сдержанным быть. Там вроде... Я понимаю, может, это... Ну... По справедливости. Все в порядке или что? Да, можно войти? Да заходи ты уже. А где тогда хваленая справедливость? Здравствуйте. А можно войти, да? Что? Что мы, да ё-моё. Что мы должны раболепствовать перед ним? Ну, я понимаю, вот я же говорю. Можно войти? Справедливость. Заходите, это салон. Ты чё? Здесь можно заходить. О, спасибо. За... Ой, простите. Человек не дослушал. Я Габриэль. И сам решил уже из меня еще дополнительно деньги взять. Элис Флетчер. Элис. О, это вы та Элис, которая там с этими с коровками. Больше с лошадьми. Там говорят, а мне сказали, что вы... Ну, лошади и коровы, да. А, вы не езжайте к себе, там опасно. Там грабят людей. Как у тебя денег есть? У меня просто тут немного. Нет, это, ну, это было не возле, не возле моей фермы. Ну, это было прям недалеко от вашей фермы. Ну, так что, домой не ехать теперь. Ну, сегодня шериф сказал, что лучше не надо. Или можем скинуться сейчас. А где же мне спать тогда? О, может быть, спать на... Ну, по поводу спать он ничего не говорил. Может быть, с ним спать? Ну, в смысле, а у что? Него... Ой. Сходишь, возьмешь? Да, да, ну, в офисе шерифа. А может быть... Нет, нет, про то, что с ним кто-то должен спать, он не говорил. Можно, может быть, вы сможете поехать спать одна. Ну, если у вас есть... Если вы одна. Если вы с кем-то, то с кем. Неважно, я это одна. Не мое дело. Это не... все самое дешевое мясо с душицей. 30 центов за один кусок. Ой, понятно. Да. Давай один кусок мяса. Ну, надеюсь, доеду. Хорошо. Только ночью не ездите, да, да. А, ну да, на улице как раз ночь.
И там опасно, да. О, месье, здравствуйте. А, бонжур. Уи. Как ваши дела? Да, все в порядке. Я все не дождусь выступления в Сен-Дени. Мне действительно интересно посмотреть на, так сказать, самодеятельность нашего прекрасного штата. А вас, завтра во сколько? 9. Вы про, про выступление, которое будет, да? Уи. Надо будет, да, да. Это в театре видела. Будет? Уи, это будет в театре, в самом большом. Извините. Простите. Хорошо. Да, это будет в самом большом театре. Я думаю, из Роудса начнут ездить извозчики, чтобы довести всех. О, это было бы хорошо, у меня нет лошади. Все же хотят заработать. Он сегодня в ночную на работе. Да, хотят, да. В смысле заработать? Заработать? Извозчики, да? А, вы про извозчиков, господи. Ну, слушайте, инициативные могут арендовать повозку, довозить людей за суммы. Круглый или да. Очень. Габриэль, мы там тебя ждем. Прошу меня простить, мне нужно пойти поговорить с малознакомыми людьми. До свидания. Это не опасно? Спасибо большое. Нет, они малознакомы, но они хорошие. Да, мы с ними уже знакомы целых 3 дня. Будьте аккуратны, месье. Спасибо. И вы тоже. Не ездите никуда, вас могут ограбить. Меня грабили. Вот. Excuse me. А вы аккуратней, да. Как же мне теперь... Да, лучше не надо. И как же мне теперь домой? Когда рассветет. Мы можем вас сопроводить. А, мадемуазель, я могу вас сопроводить на лошади своей. До свидания. Если вам будет угодно. Вы же говорили, вы объездчица и владеете лошадьми, да? Ну, не объездчица, развожу лошадей. А, требок. Знаете, я бы мог вас сопроводить заодно. Я бы посмотрел, на самом деле, на ваших лошадей. Пойдемте. Если вы не против, конечно. Да, вы... Угощаем. А... Ты купил еще? Ну да, давайте, наверное. Да, наездница. Спасибо. А тогда выдвинемся сейчас или же с утра? Спасибо большое. Я за что. Уже с утра. Теперь один из нас. Ну, давайте сейчас. Я бы просто отвезла консервы и... Что купить? Да, конечно. Тогда я пойду за Гастоном, конечно. Я его там оставил. Так, а ты этот бокал не взял, да? Да. А вас... где я смогу найти? Нахрен с ним из горла. Я могу... Ну, возле... Здесь подождать или... Куда подъехать? А, уи, мадемуазель, подождите здесь. Хорошо. Она не должна быть такая! Господи! Ладно, это потому что много незнакомых мужчин, Да нет. Она вообще такая должна быть, типа, но она не должна бояться. По сути. Ваша, а давай лучше наши, все четыре. Я не знаю, почему у меня как-то, вот я говорю, у меня как-то персонажи есть каким-то автоматом отыгрываю определенный характер. Хрен знает почему. Может, кто-нибудь расскажет свою очень смешную. У меня было подобное на Оливии. Но вот она не должна быть такая. Ну ладно. Давай рассказывай. Это я влез с тобой. Вот. Бляха-муха. И потом он сам не рухнул. Сейчас, ребят, быстро. Расскажу сейчас. В общем, вы у меня один этот, ну там, Стробери. Один этот, как? Забирай. Друг, так сказать.
Ну и в общем, его отец такой, знаешь, шебутной немножко. Ну и вот он, в общем, этот. Я не знаю, верил в какую-то там книжку, как начитался, во все подряд верил, говорит, этот. Ему там зуб на улице выбили. Пожалуйста. Ну, он хотел под подушку положить, ему отец сказал, и положили. Потом, говорит, деньги, говорит, куча денег. Говорит. Вот он зуб положил под подушку. На утро просыпается, смотрит под подушку, а там это, первый или первый, значит, второй. Давайте, мадемуазель, поехали. Ага. Пока этот бродяга мне не надоел окончательно. Да, если что, у меня оружие есть. О, замечательно. А мне нужно бы прикупить, а то... Ружье. Вы умеете ужасно обращаться с оружием? Да, конечно. Хэбо. Отец с детства учил нас стрелять. Я тоже с детства потихоньку учился. А когда охота, когда светское мероприятие, соревнования и прочее, прочее. Отлично обращаюсь с охотничьими ружьями. Так и иногда охочусь. На охоту я не ходила. Поверьте, это крайне увлекательное занятие. Даже если у вас нету собак, так скажем, которые будут загонять мелкую дичь за вас, а вы просто скачете за лошадьми, на лошадях за ними. Все равно могу сказать, крайне увлекательное занятие. Да. А еще в этих краях, конечно, да, не повстречаешь людей, которые умеют сражаться на шпагах. Ох. Я такого слышала, но не видела. Просто видите ли, да, я умею, да вот только, скажем, спарринг-партнеров совсем не найдешь. В Сен-Дени только это, и то это только единица. Большинство все-таки образованных и богатых людей в Сен-Дени, им это не интересно. А я в детстве начитался всяческих книжек про рыцарские обычаи и прочее. И да, и отец меня приучал к этому. Нанял мне даже сотника, который меня учил фехтовать. Гигли. А вы? Что же вы? Всю жизнь занимались хозяйством? Ой. Ну, да. У моего отца ферма была недалеко от города, а у мужа ферма была далеко от города. Поэтому я всё дальше от города как-то переезжала. Да, кстати, я вот веду вас, а я даже не знаю, куда ехать. Да, вон там, за вот этим леском, который впереди. О, ну хорошо, покажете дорогу. А это, я так понимаю, не дымка, ой? О, нет, я понемногу решила лошадей приучать к людям. Да, объезжать лошадей — это неплохо. У вас уже появились, так сказать, работники? Нет, пока еще нет. Хочу разузнать, где здесь можно купить сено. Уже поняла, что в Сен-Дени вроде как торгуют. По ценам, думаю... Где как? Можно и заказать оптом где-нибудь. Вот, мне интересно, где здесь еще можно? Может, какое-то есть крупное ранчо, где можно заказать? Например, Эмираль. Ну, так видите, слева от нас красная башенка такая? Да. Там вроде как элеватор находится, и там то ли... Вот скажу честно, то ли... Не помню, то ли кукурузу, то ли пшеницу собирают. Угу. Ну, так вот. Так владелец вроде бы проживает в Роудсе. Пишите письмо прямо ему. Так он вам и предоставит сено. А вы не знаете, как его имя? А то, что как-то неуважительно, знаете, просто владельцу.
Ну, excuse moi, честно, не знаю, вам лучше обратиться в банк Роудс или к шерифу, чтобы они дали вам имя. Кстати, да, и правда. Ну и заодно там же сразу же и напишите ему письмо. Ну, все же решаемо. Главное иметь деньги, иметь на то желание. Так, здесь направо. На том и строилась эта прекрасная страна. Да уж. Ну что ж, а так как это? Скажу честно, не вижу, кобылка это или жеребец. Кобылка. Вчера была кобылка, и это кобылка. А. Я вам, конечно, покажу лошадей. Жеребцов, возможно, я продам. Вот, а кобылок пока оставлю. Ну. А вы планируете их разводить? Да. Да. О. Я, конечно, хотела бы не только эту породу разводить. Что-то, знаете, и более бюджетное, чтобы могли люди позволить себе лошадь. Ну и в тот же момент для людей повыше, так сказать, статусом. Люди любят лошадей хороших. Шерифский офис сказали, что им нужны хорошие лошади. Им нужны рабочие лошади, это безусловно. Давай, давай, заходи. Что же, ничего не скажешь, кроме как флаг вам в руки. И желаю вам удачи. Спасибо. Если вам когда-нибудь понадобится любая помощь, я не знаю, с доставкой товара или финансовой, я всегда готов помочь. А скажите, а вы же давно в городе, правда? Вы... Относительно. Относительно. А не знаете, может кто-то у нас есть ловчий или объездщик диких лошадей? Знаете, как говорится, на войне все средства хороши. Уи, но... Скажу вам честно, я индейцев здесь не видел. Нет, ловчих. Я понял, но обычно же кто у нас ловчие? Индейцы, уй. Ну... Вот, а в краях у нас их не водится, да и честно, да, ловчих я не видел. У нас и ковбои были, которые этим занимались, правда, у нас только два таких было. Уй, безусловно, но... Ну, не видал, я поняла, надо будет заняться этим. А, точно, у вас же еще и корова. Да, да. Правда, пока не так много. Но, да. В общем, можете эту кобылку посмотреть. Сейчас вам выведу коня. Давайте. Так, Гастон, куда бы тебя привязать? Да, вот любой загончик можете. Эту кобылку Мия назвала. Ну да, вот она не очень привыкает к людям. Как мой Гастон. Мия. Но у нее очень необычная масть. Она родилась, я ее увидела и поняла, что эту лошадь надо будет оставить. От нее очень красивая у нее грива. Тише. И аккуратно, чтобы она вас не ударила. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мия! Эй, стой. Давайте я попытаюсь ее оседлать. Давайте. Тише. Вы ее лучше, как я ее успокою, за поводья возьмите. О, хорошо. Удержите же. Ой. Конечно. А хотя, давайте я самостоятельно. Давайте, лучше я. Все, вот так лучше. У вас случаем нету сахарка? О, нет. Ладно, пойдем, Мия. Уй. О, все же хорошо. Вот, все хорошо. Thank you.
Уи, уи, прекрасная лошадь. Хорошее здоровье, прекрасное, действительно. А скажите, сколько ей лет? О, где-то 4-5. И достаточно молодая. Угу. А, отличная, прекрасная лошадь. Уй. Что ж. Жеребцов кроме... показать? Да, я бы посмотрел на жеребцов. Гастон, Гастон, тише, тише. Так, сейчас, секундочку. Так, а это... Ух ты, какой. Да, это жеребчик. Яблоко. Угу, красивый тоже. Ой. Но этот молодой конь, ему тоже около 3 лет. И он так с людьми только, только вот с хозяевами. Не объезженный еще, верно? Хм. Ну как? Муж пытался на нем ездить, как только но он подрос к этому вы. Был. Да нет, просто муж умер. А, мои соболезнования, мадемуазель. О, я тут не какой-то казак. Понимаю. Чтобы без седла ездить, или индеец, тем более. Тоже отличная лошадь. И, говорите, в хозяйстве у вас всего 4? Лошади, да. Ну, вы, безусловно, многое можете все равно с ними сделать. Планов много, главное, чтобы все получилось и не случилось что-то непредвиденное. Ну да, главное, без кровосмешения. О, да. Что для людей, что для лошадей. А то вместо прекрасного теннессийского скакуна у вас родится пони. О, нет, нет, это нет. Так, а сейчас это жеребец фокстроттер. Вот он, ему около, по-моему, 8 или 7. Вот муж на нем ездил. Лошадь. Муж на нем ездил, да. Это был его любимый конь. Первый конь, который он купил вот этой породы. Безусловно, красивая лошадь. Да. Скажите, а за сколько бы вы его продали? Ох, даже не знаю, честно говоря. Верите, как-то вроде брали разводить, да и на продажу, а воспоминаний с этой лошадью слишком много. И не знаю, избавиться от этих воспоминаний или оставить. Знаете бы, я бы купил эту лошадь, но если что, я бы, если вашим все-таки кобылкам понадобится для сведения жеребец, я бы обязательно его бы предоставил. Это действительно очень красивая лошадь. Ну да. Но скажу так. Не буду вас прямо сейчас просить дать мне ответ. Позволю вам подумать. Но скажу честно. Эту лошадь бы я купил. Это... Действительно хорошая да. лошадь. Позвольте мне посмотреть на зубы. Да, конечно.
Бля, точку забываю. В любом случае, я думаю, что я сначала их всех сведу. Я поэтому и не предлагаю сейчас никому лошадей. А как только все получится, я думаю, я вам дам ответ по поводу коня. Что ж, безусловно, мадемуазель. Что ж, в таком случае... Не буду задерживать вас со сведением лошадей. А, да. Да и задержался я уже. Уж солнце скоро будет садиться. Вы, кстати, лучше, наверное, вам поехать той дорогой, нижней. Я так и поступила, когда услышала выстрелы. О. Ну, я же говорю, оружие у меня есть. И я человек не из боязливых. Да, и Гастон быстрый конь, если что, меня надо. Вытащит из неприятной ситуации. Но спасибо за заботу, мадемуазель. Да, что вы. А, ладно, я с нетерпением жду новостей от вас. И позвольте откланяться. Да, всего хорошего. Адью. Мне безумно жалко эту лошадь продавать, блядь, ей-богу. Ну, я понимаю, что может любая. Я могу любую, блядь, там, закупить, купить. Тем более ценник, по которому я продам эту лошадь, конечно, окупится. Ну, в общем, короче, все это очень, да, но, типа... Короче, посмотрим. В любом случае, их сначала надо свести, да. А, тихо, Мия. Мия консервы. Так, консервы. Раз, два, три, четыре, пять. Кружка. Ребята, я Ми написала? Блядь, я написала просто звездочку. Ебучий мать. Твою, блядь, по привычке. Я такой тупень вообще. Я так теряюсь, боже. Я очень надеюсь, что меня администрация простит. Я, блядь, вот искренне, я просто... У меня вот, знаете, все одинаковое. Но надо по-другому писать. Кстати, реально работает просто через... Хотя понятно, типа, ми иду. Одна звучка, две звучки, короче, ладно. Фу-фу-фу. Блять. Так, складируем, консервы. Раз. И крюшки. Крюшки. Хорошо. Так. Мне вот что любопытно. А у меня колонка работает здесь, интересно? Опять? Стоп, я что хотела? А. Знаете что, давайте-ка поедем... Устала? Отдыхай.
Ха, подождите, я кое-что хотела посмотреть. Заработал спаун или не заработал? Так, подождите, мне вроде написали, что спаун заработал. Бидоны спаунятся. Только я... Ой, бляха-муха. Они у меня просто... Да ёлки зелёные. Не прорисовались или... Или как? Так, сейчас, ребята. Господи, бляха-муха. Они у меня в загоне. Все, я поняла. Я вам после проведенного... Все, я поняла. Значит, спавнится. Надо собирать их... А, вон, наверное, они, бидончики. Все, все, я поняла, как это работает. Да елки зеленые. Отлично, отлично. Я могу предлагать молоко. Ой, а интересно, по какой цене-то я могу предлагать молоко здесь? Да ё-моё. Так, ребята, сейчас, секундочку. Сейчас, сейчас, отбегу. ЧП. ЧП. Так. Так. Поехали. Прошу прощения. Здравствуйте, мэм. Здравствуйте. А,
Так необычно видеть женщину верхом. Спасибо у вас, лошадь. Меня зовут Николь Дюран. Если вы желаете, вы можете завтра посетить в 7 часов вечера церковную службу. О, это замечательно было бы, конечно. 7 часов? Да. Excuse-moi. Да. А pourquoi? Что вы говорили о церковной службе? Завтра в 7 часов вечера ждем всех желающих прихожан. Вы будете читать проповедь? Нет, ну что вы. Это будет заниматься пастор. О, просто мадемуазель. А... В 6 часов вроде бы как в Сен-Дени будет какой-то... В 7. В 9, мадемуазель. А, уже в 9 будет концерт. Да. Ой, будет, но это не займет много времени. Вы вполне себе успеете. Подождите, мадемуазель, а вы француженка? У меня французские корни. Я вас понимаю. Тогда... Excusez-moi, у меня возникает логичный вопрос. А вы католичка? Нет. Я, хоть обычно христианской веры, мы вместе с, скажем, моим коллегой из ордена Камиляла. Если мне не изменяет память, мадемуазель, камелиалы, они также они католики. Просто, excusez-moi, но мы оказались не на той земле, как католики, если вы все-таки католичка, на которой мы могли бы проповедовать и веровать в свою веру. Мы все-таки в Роуз. Серега. Да, я понимаю, что здесь церковь протестантская, но тут... А ты кого будешь? Дело в том, что Бог, как бы, он един. Я не спорю ни в коем случае. Вот, и если вы желаете воссоединиться на пару мгновений с Богом, вы можете прийти. Если его не найдете в его своем сердце, что ж, может быть, вы придете к нему чуть позже. Знаете, уй, мадемуазель, вы абсолютно правы. Что ж, я так думаю, что на эту тему больше дискутировать не о чем. Все остается по вашему желанию, никто вас ничего не заставляет. Уй, конечно же. Что ж, хорошего дня, мистер. Что, можно? Рова. Рова. Мэм, вам тоже. Это было напряженно. Сдуй его. Здравствуйте, девушка, ничего себе, откуда мы приехали? Здравствуйте еще раз. Дома была, вот приехала в город. А, ничего себе, у вас прям дом есть тут в окрестностях. Я думал, вы на ферме живете, я думал, что все вот эти, все конюхи живут на ферме у себя там в сене. Нет? Ну, ладно. А что по работе? Очень-очень бы хотелось помочь такой прекрасной женщине в ее бизнесе. Ну, и когда мне понадобятся помощники, я обязательно повешу объявление. А что у вас голосом звучит? Напуганный какой-то? Что в порядке или чего? Ничего страшного не было, не произошло. Это ужасно. Нет, в порядке. Точно, точно, я очень переживаю за вас. Ну, что так, ну, ладно, пока. Аккуратно, повозка. Ага, да. Как, Серёжа, напомни мне, пожалуйста, ну, раз уж так, тогда и, собственно, и ладно, чего ж. Вы приехали в город, я понимаю, тоже там уже и отдохнуть, так сказать, от всей этой работы этой наскучившей, если да, честно. Да, они уже есть. Давно, но все же надо где-то деньги получить. А в городе разве нету работы?
Вы не представляете, что этот город уж и чем и ему помогать-то надо. Тут только грязная работа осталась. Ничего для, так сказать, креативности моей не осталось. Только какие-то там, не знаю, навозы убирать, газеты раздавать. Ну, так сказать, для низшего класса работа, чтобы пережить еще один день. Работа больше забирает, чем дает. Какие у вас навыки? Ой, да навыков у меня это лучше перечислить того, что я не знаю, чем перечислить, что я знаю. Я очень хорошо обхожусь с лошадками. Я умею обращаться почти с большой, с такой большой количеством разной техники, знаете, по типу тех же вот этих предметов, так сказать, там, кирки, вилы, я ему, так сказать, в своей жизни много так приходилось работать. Рыбак также, я очень такой успешный уже говорил, охотничеством промышляю тоже бывает. Правда, сейчас, так сказать, патроны много стоят. Травник, грибник. Это, да. Это здорово. Это действительно здорово, правда, уж травников и грибников никому и не надо в наше время. Не знаете, там, может, лошадки едят какие-нибудь грибочки, они вроде там питаются же какой-нибудь травой-то. Ну да, но а грибы вы почем продаете? Слушайте, я бы и, собственно, вам эти лисички, там у меня очень хорошее место есть лисичками. Даром бы отдал я вам, если честно. Ну, вы же уж начинающий, так сказать, я предполагаю, у нас в роте-то вот такой бизнес. Ферма отнимает много денег, я знаю. Я уж и лисички-то чего ж, это для меня работа, это не работа, можно сказать, хобби. Себя, так сказать, занимаюсь. Могу вам отдать, если вам очень надо, как бы, ну, лошадка, тем более. Ну, я бы просто приготовила бы еду какую из грибов. А, ну это тоже надо, правильно, тут у нас не делают это. Могу вечером вам принести, раз уж и чего и хотите-то. Ну, да, давайте, я буду пока еще в городе. А, ну вот, отлично, вот как раз пойдешь на рыбалку по грибам. Если вы рыбу поймаете, я и вас, и рыбу куплю. Ну, я просто не знаю, может, это поздно до ночи, там сейчас рыбы дела-то подстоят, ой. Ну, вы имеете в виду, что я куплю, если у вас будет рыба. Да зай, ну что это так? Это хорошо. Угу. После заката вам куда принести? Вот, смотрите, какая у меня. Складывающаяся такая, ой, чудо. Ну, в общем, куда вам после заката, возможно, если это и придется, то куда? Да я... Говорили из дома, может, вам домой будет легче. Я думаю, что вам долго будет до меня добираться. Может, тогда просто да в салоне оставите для меня? Слушайте, да нет, эти салончиками у меня свои, так сказать. Давайте тогда на станции. Вот эти, что ли? Ну, вот, да, которые, да. А вы с чего? Давайте уж и домой, я уж не человек-то, ну, как бы, я как бы напрашиваться-то не буду, вы там мне ничего не должны, как бы. Да и... Да я думаю, вам легче будет, домой буду, после заката как раз и будет получше. Можете меня не застать. Да нет, я буду еще здесь, в городе. Пока еще здесь. Угу. Понятно. Ну, это чего ж. Вам здесь пока что больше вероятность меня застать здесь, чем дома. Понятно. Да-да-да, настойчивый какой. А вы чего планируете в городе-то заниматься? Никуда не поедете, что ли? Пока что хочу изучить, так сказать, население. Что, чем торгуют, какую работу предлагают, какую ищут. Знаете, да чего ж, если вам надо, то я вам и помочь могу с этим, собственно-то, и делами. У вас лошадь такая, кстати, очень красивая, я хотел сказать. Вот, не помню, говорил вам, нет? Говорили уже, да. А, ну, извиняюсь тогда за еще один комплимент. А чего ж, ну давайте, раз уж я уже в городе-то, и чего ж вам, и чего, и помочь, и чего ж, и чего, и помочь. Да нет, пока ничего не надо помогать. Все, ладно, все, тогда все, не буду задерживать, все, удачи. Спасибо вам того же. Всё. Да, настой. Какие, блядь, прицепились пацаны к девкам. Да.
Не-не, она в случае чего отшивать сможет. Она может ружье наставить. Мне надо сейчас свыкнуться. Это я через это проходила, потому что у меня ровно та же срань была на Оливии. Я только залетела на сервер, и от того, что я не знаю нормальной механики, что где чего можно сделать, у меня из-за этого была растерянность. Я боялась, что я где-то напортачу, из-за этого у меня была растерянность. Вот, поэтому это нормально. Бля, чиллаут. Уф, тут никого нет. Но я бы не сказала, что я рада. Потому что я бы, конечно... Hello. Здравствуйте. Ой, а что... Подождите. Что это за прелесть такая? Это что такое? Я этого не помню. Хе-хе. Так, что, все на рыбалку уехали или что? Кстати... Соответственно, вопрос. А где у нас шмоточная? Сбор пшеницы. Мясник. Бакалейный магазин. Оружейный магазин. Это понятно. Почта. Извозчик. Видимо, только в Сен-Дени, что ли? Видимо, только в Сен-Дени. Говорили в Бакалейке? Тайон? Угу. Понятно. Угу. Так, и где же, интересно? Может, мне кажется, здесь, да, наверное? Why? Наверное, здесь где-то, да? Да, ну, это логично. Я хочу, знаете, что сделать? Переодеться. Как неожиданно, да? Я хочу сделать комплект. С этим... штанами, которые как эти идут. Как юбка. Широкие такие штаны. Вот, по типу вот этих, да. Потому что она как... Не-не-не, начали... В те времена уже начинает это. Тем более она конюх. Ну, блядь. Вот эти вот штаны. По-моему, эти. Я не помню, какие из них. Какие-то есть потрёпанные. Блядь, как же это неудобно. Какие-то из них есть потрёпанные.
Какие-то, типа, такие прям ухоженные, блядь. Я... Нихера не видно. Ну, нихера же не видно. Спасибо. Да. Максимально. Блять, ну я вот... Ну а что делать? Ну она вот, ну, постоянно верхом. Блять. Ладно, давайте какой-то чуть более просто серьезный тогда оденем, блять, я не знаю, тоже с юбкой. Только чуть более серьезное что-то. Гладит чаще. Угу. О, хорошая рубашка какая. Лис, хорошо. Так. Так, рубашка, мне кажется, здесь прям теперь слишком нежная. Такую надо, только темную какую-нибудь. Слушайте, знаете от чего? Сейчас, подождите, есть, короче, такая тема. Сейчас я хочу проверить. О, а ну, hello. Вот только с этой юбкой она, конечно, сука, кончена. Блять, ругаюсь, капец. Очень херово смотрится с сумкой. С юбкой. Черт подери. Вот с этой еще более-менее. Но эта штука очень, очень клевая. Она вот так как я хотела, чтобы была одета. Кого без нее? Может плевать, ну и пусть врезается, блядь. Прям вот даже не знаю как. Я знаю, что она вообще без юбки носится. Я поэтому хотела типа брюки одеть. Вот эти вот, не юбку. Но, блин, она классно выглядит. Только вот эта падла врезается. В смысле, я не смогу? Я не смогу носить без этого, что ли?
Типа... Ага. Да ёпарасете. Как же, блядь, неудобно. Господи, кто бы знал. Нет, это точно не это. Ну, только вот это нормально. По сути, если так не обращать внимания, то не так... Оно не особо бросается в глаза, если честно. Я вообще такая, мне вот как-то немножечко поплевать, если честно. Да, извините. Я хочу... Где эти пиджаки? Пиджаки? Нет, пальто. Шея, маски, аксессуары. Боже мой, вот пальто. Где оно? Вот оно белое есть, вот серое есть. Это было не серое, это было синее какое-то, да? Не-не, я сумку уберу. Я уберу. Типа, что пальто внизу врезается в этот. В... Господи. В юбку. Это и все. Еще раз может шляпу поменять. Да хотя смысл. Да и так шляпа нормальная. Рубашки, пояса, диапояса. Вот. Здесь другой типа пояс должен идти какой-то. Не помню какой. Вот этот. Вот. Вроде ничего, нормально. Да? А ну-ка, давайте посмотрим. Да бляха. Hello, miss. Здравствуйте. Блять. Давайте посмотрим. И нифига не видно. Я сейчас здесь выйду. Через заднее. Все равно я нихера, блять, не вижу. Во. Во. О, ну вроде нормально, да? Просто что вот, сзади оно типа врезается, но если так прямо его не брать во внимание... Её, блядь, короче, хер знает. Ну и что? Да, блядь, похер. Пойдет. Нормально. Нормально. Плевать. Все, плевать. Так буду ходить.
Так, а где все? Хм. Они что, опять куда-то там на рыбалку уехали? Так, ладно, я тогда куплю у бокалейщика сейчас. Капец, у меня денег осталось. Я сейчас у бокалейщика куплю хлеб и... Ну что-то еще я хотела купить. Блядь, эти панталоны белые, это просто трындец. Я безумно не люблю ютюбков, блядь. Эти настолько говёно здесь выглядят. Итак, я хочу купить хлеб. Два штуки. И кукурузу. Два штуки. Персик, молотый кофе. Да ну, они белые. Белые здесь, в роуте. Блин, так и вообще, в принципе, где угодно. Ладно, еще в Сен-Дени. Well, hello. Где там Грег, кстати? Хочу с Грегом законтачиться, бля. Шо? Ты в какой РП заходил? Ты сюда заходил? На этот сервер? Или куда? Что я тебя никак не встречу? М? Сережа, ты что такие выражения убираешь? Я думала, ты сюда заходил. Так чего ты не создаешься? Давай, создавайся, заходи. Ну, гик, ты чего? С нами вместе. Таня, ну, Фришка. Да, это же Фришка. Николас ходит. Здравствуйте еще раз. Миссис Флетчер, по-моему, да? Да. Рад вас видеть. Все в порядке? Да. Все хорошо. Да. Кстати, если вам нужна будет, кормовая база для ваших коров и лошадей, то кукуруза, в принципе... Продам вам дешевле, чем продается здесь в бакалейке. Да, я думаю, это будет интересно. Вы мне скажете, по какой цене, чтобы я сориентировалась? Ну, смотрите, бакалейщик продает за початок, берет по $17. Ну, я думаю, мы с вами можем договориться о, скажем... Центов. 17 разве было? Уже старый стал. Да, он берет, значит, за початок по 17 центов. Я вот к нему буквально только что заходил. Ну, у него там цена варьируется, 15, 17, ну, где-то так. Я думаю, мы с вами можем договориться что-то в районе 10 центов за початок. Как вы на это смотрите?
Думаю, очень даже неплохо. Угу. Я тоже так считаю. Да, и, естественно, могу вам доставить. У меня есть своя телега. О, в принципе, прекрасно. Завезу. Да. Тогда я почитаю и завтра вам сообщу. Да, буду с нетерпением ждать. Угу. Всего доброго. И вам того же. До свидания. Я заметила за собой, всего доброго, это как бы уже получается, до свидания, все, это уже попрощались. А я говорю, всего доброго и до свидания. Дурная. Дядя, я здесь парку. Кстати, я заметила, здесь неписей прям нормально так ходит, да? Ну, ладно. Видишь, наши уже понемножку все залетают. Фух, опять этот дождь треклятый. Ничего подобного. Вот, кстати, что-что, а вот у Авроры был один наряд. Просто один. Мне настолько он нравился. Алис. Мне настолько он нравился, что я вообще его не... Все. Я говорю, это идеальный наряд для моего персонажа. Прям то, что должно быть. Не, были еще, но это типа из-за того, что у него раздвоение личности было. А так, да, был очень любимый мной наряд, и это, конечно, да. На ветру задувает эти штуки. У меня будет зеленый пиджак, красный галстук, белая рубашка и коричневые штаны. Угадай персонажа, паук. Блин, кто? Ну, вообще, кто-то нам сказал, что вроде как ты на врача, но тут врачей и так, типа, достаточно уже получается. У нас банкира нет, поэтому, как бы, тебе надо вот это... Да ну, Алис! Тебе вот это надо хватать. Что нету банкира. Вот, да. Немного ли? Тебе бы вот банкира, мне кажется, было бы вообще... Вот ты лучше банкира создай, вот как раз реализуешь все свои идеи, которые хотел. Не, ну чего, смотри, во-первых, в городе много людей ходит, вот видишь, тут не 2-3 человека, а вот прям вот ребята в городе, все как надо, а этот, ну и тем более никакой конкуренции у тебя нету, поэтому я думаю, ты можешь спокойно здесь себе создавать банкира и делать, что хотел. Так. Бонжур, мадемуазель. Добрый вечер. Ну, слушай, не знаю, тут обговаривают, что кредиты вот могут брать. Здесь на лошадей могут брать кредиты.
знаешь, здесь администрация помогает в реализации идей, поэтому я думаю, ты можешь попробовать спросить, как чего. Может быть, тебя поставят на зарплату, а ты параллельно этому будешь давать РПшку другим игрокам. Например, что да, вклады вот эти делать или еще чего-нибудь. Типа не только на игроках поднимать деньги. Просто продумать систему. Вот, как ты это хочешь сделать, да, и что тебе для этого надо, и все. Погода ужас какой-то. Ну, думай сам. Вот вы, о, женщины, юбки, не могу, меня так бесит здесь эта анимация с этими юбками. И все вообще, вот, они настолько, блядь, ну, ужасно выглядят. Ужасно выглядят. Время у нас 10 часов. Сейчас как только посветлеет, попробуем съездить в Blackwater, посмотрим, что там с этим. Ага, мне тоже один попрошайка так сказал. Я ему $2 отдал. Здрасте. Здравствуйте. На руки погадал. Ага, на часах. Съездим в Blackwater, увидим, посмотрим, что там за лошади. Помчались. Неужто опять какие-то перестрелки там? Я надеюсь, главное, что они на мою ферму там напали. Не вижу ничего. Потому что здесь зеленки нету. Бикноклекля. Бикноклик купим. Надо будет купить. Где Рен и Ронни, интересно? А, вон они сидят. Ну, да? Да, сидят или нет? Не, они не сидят. Черт. Mm.
Нет, их здесь нету. Хм. Ну куда же все рваны? Ну куда же все? Господи, эти повозки, которые стопорятся из-за собак, это вообще... Да кто идет? Кстати, очень любопытно посмотреть. Ну, админы сказали, что соло крайма уже до хрена, и слезно просили не вводить соло крайм. Нежная свинина. Кто помнит, сколько стоило у нас? У нас дороже, по-моему, стоило. Да, у нас дороже стоило. Да, да. Найди кого-нибудь другого, которому будешь рассказывать такие байки. Ну да. Ну, в общем, надо вот прицелить. Не, надо, это, кстати, хорошо охотникам. Они могут скидывать цены нормально и подзарабатывать на этом. Эй, Тиму! Да, вот тут, конечно, день-ночь тянутся. А, в смысле? А, нет. Хлеб я купила? Да. Кукурузу я купила? Да. Все. Господи, как ее там, блядь, господи, зовут-то, а? Как ваши дела? Я вас не заметила, да? Шериф не ругался, что вы уехали? Ну, помощник шерифа. Нет, это не Коди, ну, Рэнджи все мальчики одинаковые, а? Варя, у вас как дела? Нормально. Я говорю, шериф не ругался, что вы уехали со мной? А, да нет. Они куда-то, группа людей так помчалась буквально недавно. Да? Угу. Ну, может, чего узнали. Может, дело движется с этим нападением на человека. Ну да. Я слышала, в салон заходил какой-то мужчина, говорил, что на него там напали, тоже ограбили. Ой, кошмар какой-то. Сейчас надо быть предельно осторожными. Вы домой сейчас? Да, наверное, съезжу, а потом приеду сюда или съезжу еще в пару мест. Ну, будьте осторожны и внимательны, хорошо? Да, хорошо. Если что-то случится, знаете, где меня найти. Угу. А вы уже домой? Мы сейчас дома, да. Рот проголодался. Надо приготовить чего-нибудь покушать. А днем, скорее всего, как обычно, буду в городе возле аптеки. Угу. Ладно. Тогда не прощаемся. Да. До встречи. До встречи. А, ребята, на минуточку отойду, открою дверь сестре. Знаете, у меня такая лошадь здесь незаметная, да, будет стоять прям. Прям звездец. Ща, ребят.
Сейчас. Ха. Так. Блин, одинаковые мальчики. А, ну... Это ты типа как пруфы, да? Ну, я имею в виду, что по внешке они все очень похожи. Очень одеяние у них, вся вот эта ерунда. Внешки, да, очень похожи. Ой, пусть меня кушают. Ты что? Я же тут злодей Мармуриарти. Самый главный злодей, поработитель. И вообще, и все тому подобное. И пятое, и десятое. А, ну, значит, скоро откроют. Ну, пустят тебя. Тут там это... Нам нужно предложить кому-то... Господи. Все бегают. Нам нужно кому-то предложить... Надо найти ловчего. Ловчий есть, блядь? Ловчий. Брэк! Брэк! Thank you. Все такое. Никак... Привет, ребят. Никак мы тут не это вот она, не это самое. Ну что, ты как-то рано что, закончил. Извините, мисс. Ау. Что случилось? Оп. Извините, конечно, что мы вас отвлекаем от этого вечера, но вы не хотите, чтобы я вам на часах погадал? Что? Это бесплатно. Ну, я объясню, да. То есть я сейчас, покажу часы, буду как бы их чуть, вводить, как обычно делают. А вы посмотрите на крышку, именно на крышку, не мне в лицо, как Коннор говорит всем, и скажете, что вы видите. Смотрите ему в лицо. Хорошо? Ну, сразу прям, даже не думая. А зачем? Ну, знаете, на часах судьба обычно показывается. Вы знаете, вы меня простите, но это попахнет каким-то шантажом, что ли. А чем шантажом? Я могу даже отойти, чтобы ничего не подумал. Я же даже от вас, да и... Приятель.
Давай ты не будешь. Ой. Приятель. А, приятель, ты начинаешь действовать мне на нервы. Простите, я лучше отойду. Да, мэм, лучше отойдите. Я сейчас... Поняла. Так. Так, лицо знакомое. Ты вообще слышишь, о чём говоришь? Ты вообще себя слышишь, приятель? Буду вас этой конституцией тыкать. Конституции? Пошли, почитаешь у меня конституции. А я читал. А у меня есть. А я читал. Мне нравится, шериф у меня есть книжонка. За порядком а я читал. А пройдемте, прочитаем. А я уже читал. Напряженно. Короче, я не нашла бумагу, и я не нашла... Господа, прошу прощения. Вы не знаете кого-нибудь, может быть, из ловчих? Ловчих? Угу. Это кто? За кто коней ловит. Вот, да, не. Ну, я на конюшне работал, в принципе. Парочку раз было ли его. Вы умеете лошадей ловить? Ну, так, немного, но умею, как бы. Ну, лошадок 4 где-то ловил. Если вы поймаете лошадь, я вам заплачу. А, да? Насколько? Ну, чтобы, смотря так сказать, какую... заинтересоваться, нет? Ну, на какая нужна? Думаю, от $10 за... смотря какая. В принципе, можно еще. Можем завтра тогда обсудить. Я спать уже пойду. Да, хорошо. Я просто ищу, кто умеет ловить. А объезжать вы умеете диких лошадей? Ну, я же говорю, я на конюшне работал вот где-то. Ну, я, знаете ли, всю жизнь работаю, а объезжать не доводилось. Ну, оно, все, так сказать, по-разному работу делают. Ну, в принципе, давайте завтра тогда обсудим все это. Я, да, в принципе, хорошо. Я не против. Может быть, у вас есть кто-то еще знакомый? Ловчий. Не заловчив. Да, не. Ну, только если Валентайне где-то. В общем, тогда мы с вами завтра поговорим, а... И я вам скажу, в каких породах я заинтересована и сколько я готова вам заплатить за каждую лошадь. Да, давайте, конечно, без проблем. Отлично. Лиз Флетчер, если что. Патрик Джонсон. Если что, ищите меня, наверное, в городе. Я вас часто видела, думаю, мы с вами встретимся. О, да, конечно, без проблем. Да мы сами сейчас в городе сейчас. Угу. А у вас, надо полагать, дом большой, где можно держать лошадей? Ну, в смысле, ранчо или что? Ну, да, у меня ферма. С лошадьми. Развожу лошадей. Так, а где, чтобы, ну, знать? Недалеко от города. Да не та случайно, где там еще эти загоны такие большие? Да. Здравствуйте. А, это получается в том где-то направлении, ну, в принципе, понял, да. Это не коровы, что ли? В том где-то. В том направлении, да, да вообще? Да, да, раньше? Да. А, да, тогда понял. Как раз же, где-то помнишь, там мы там по вчера пути приезжали. Ограбили людей. Прямо в курсе. Угу. Да я тоже. Так, а Вова, вы сейчас в ту сторону, что ли, поедете?
не сейчас. Как посветать начнет, тогда поеду. Но мы вас можем проводить, да, да? Ну да, что можно. Лошадь у нас есть, да, да. О, да, я пока еще буду здесь. Хочу попасть на салонщик. А, ну, ну как хотите. Ну да, они вроде пошли в ту сторону. Где вас, если что, можно найти, если не здесь? Где вы живете? Вы знаете, мы пока спим на вокзале. Ну, так сказать, да. дома еще нет, но может быть будет. А, нет, понимаю. Да. Что ж, это выстрел был? Это, да нет, кто-то упал, наверное, где-то. В общем, люди поехали. Ой, там кого-то повезли, что ли? Неужели опять кого-то грабили на той дороге? Ну так, может, мы вас все-таки проводим? Да, то еще ограбят кто вас? Мы это точно не ограбим. Да вы отдыхайте, шли, а я пока еще буду в городе, поэтому лучше я здесь побуду до утра. Ну, дело ваше, так сказать. Наше дело предложить, ваше дело, так сказать, отказать или нет. Или нет, да. В общем, спасибо за предложение. Не буду вас задерживать. Имейте в виду насчет лошади. Да, да, конечно, завтра обсудим это все. Угу. Все, всего хорошего. И вам всего доброго. Да, приятного вечера. Мы да не ограбим, говорит такое. Оля, у меня вот свидетели, блядь, спрашивают, когда будут смайлики. Ладно, хорошо, можно не сейчас. Вот я закончу вот это вот все. Скиньте денег. Оля, блядь, мне донатов нет. Так, персонаж, что, крафт? А, не присаживается сам. Так. Господи, простите. Мы это не ограбим, говорит. Сейчас ружье купим, потом будем разговаривать на этот чёрт. Итак. Ну, это у Грега такие смайлики. Короче, доктор еще Фьюри Фокс, так что не буду доктором. Она не доктор, она помощник. Они с тутором вместе. В этой... Этим типа занимаются. Потому что поэтому можешь считать... Да, пустая? Да. Поэтому можешь считать их за... За один. Почему 4? У Рен... Что все такие кипишные? У Рен доктор... не доктор, а просто травник. Он помогает матери. Как ассистент, считай. И ровно так же у Тутора. С этим... С этим, блин. С Фьюри Фокс, короче. Поэтому что ты... Ну, доктора, да. Я говорю, вот банкира бы замутил. Ну, это, конечно, дело твое. Как, кого хочется делать, того и делай. Вот. Доктор Ронни, мальчик Рэмбо, это тоже еще... Ну! Я тебе говорю, они помощники. Коп. Коп апокалипсиса. Ну-ну. Нам надо заняться поисками трав, потому что если я буду прям все покупать, я вообще хрен знает, меня... Жутко будет невыгодно, скорее всего. О, поехал проверять, как там Рони.
Все, полюбилась женщина. Какие же эти юбки убогие, господи. Коп апокалипсиса звучит, конечно, гордо. Это что такое растет? Это какая-то трава здесь растет. А какая? Это для лошади, да? Сочелистник. Он такой забагованный или это он такой... Да, это он такой забагованный. И вот это он вот так по одной штучке? А ну да, Рен говорила, говорит, что все по одной штучке. Ёлки зеленые. Офигеть. Краем, да, главное краем здесь. Да я вот это вот же, блин, и по дороге не поехала. Поехала дебрями. Хотя... Как-то ну все. Рваться можно где угодно. Ой, жесть. Кошек стоит. Вот прикольно, да? Танексийская лошадь. Или какая симпатичная. А, блин, погоди. А, нет, не, я в ней ничего не ложила. Все нормально. Мне так понравилось, как Амедей говорит, мы-то не ограбим, такой, типа, да, мы вообще, мы же такие законопослушные. Блядь, завтра пойду ружье куплю, нахрен. Так, вот, что я хотела, ребята, посмотреть. Тут уже готовый борщ стоит, жалко, что я, что я не могу его, блядь, захавать. Итак. Ароматное мясо. Где там смесь лечебных трав? Где там у меня было? Нет, дикая настойка, дичь с яблоками, жареные овощи с грибами. Овощи. Живительное варево. Ковбойский фасолевый суп. Вот. Пустая тарелка, консервированная фасоль и хлеб. Получается два тарелка суп. Так вот, короче, вообще надо было посчитать, что самое выгодное. Мы берем фасноль, хлеб у нас есть, тарелька, ножик. Мы идем сюда и крафтим. Нет, ни хрена не крафтим. А потому что что? Медаль. Ай, давайте мы вас проведем. Фасоль. Мясо! Черт побери. Я не купила мясо.
Так, ребята, что я хочу вам сказать по поводу... Спасибо за фоллоу. Что я вам хочу сказать... Блять, поехали за мясо. Ну, мясо дорогое. Ой, дорогое мясо. Дедушка нету. Ладно. Итак. Мой стартовый капитал. Я возьму. Сколько там стоил, блядь, он? Я возьму отсюда 15 долларов. Я 15 раздается, блядь. Пойду куплю ружо. И кусочек мяса. Твою налево. Потому что надо что-то... Не, ну погодите, мне показалось или дешевле... Блядь. Короче, давайте так, смотрите, по поводу медиков, банкиров, короче, по поводу ролей вот этих всех, да, типа что там, ой, там того много, сего много. Начнем с того, что, я думаю, это расставит немножечко точки над «и». Начнем с того, что здесь Prime... Его нету. Здесь он круглосуточный, прайм. Я дверь закрыла. Поэтому, если вы вводите доктора... Да, закрыла. Если вы вводите доктора, и с вами вводят еще одного доктора, то я не вижу в этом ничего плохого. Потому что это как сменщик ваш. Вы можете куда-то отъехать по делам, и вас не будут постоянно дергать. Это раз. Во-вторых, не всегда может совпадать ваш онлайн с онлайном человека, который занимает ту же роль. Ну вот, серьезно. Поэтому без паники. Все под контролем. Если вы не можете... Слушай, это же такая лошадь была у этого, да? Такая была лошадь у этого, у Чарли? Я вот не помню. По-моему, такая, да? Фокстроттер же был. Белый вот такой вот. Ты, блядь, не помню. Не. А, во, рысак норфольский. А разве там есть... Норфольского рысака есть серый рысак? Центов продавали кусок жареного мяса. Здравствуйте. Здесь... А, вот, 25 есть свинина. Хрящеватая баранина, птица, мясо крупной дичи. А, нет, погоди, тогда нормально. Животный жир дорого стоит. А вот, давайте мясо упитанной птицы купим. У вас недостаточно места для... Да, конечно же, молодец, я все потащила с собой. Я сейчас куплю... А, не, нормально. Во. Благодарю. Какой там чиллаут не ушел? Чиллаут, ты тут? Чиллаут. Я хочу приготовить сама кушать. Хочу приготовить. Вообще, почему я не почитала стоимость цены? Мать твою. Блять, не почитала цены. Я не помню, сколько консерва стоила. Напомните мне, пожалуйста, какое там ружье?
Серега мне говорил. Винтовка, винтовка, Спрингфилд, винтовка. 13 баллов, блядь. Ланкастер. Вот это, да? Карабин Ланкастер, он говорил вроде. Я, блядь, с кем разговариваю? Они сидят тут, обсуждают, да, вообще? Вы вообще, а? Я с кем здесь разговариваю? Я сейчас восстание организую. Где там чела? Ша, я ему в WhatsApp напишу. А он, наверное, спит уже. Где Николас помнит? Блядь. Где Николас? А, по-моему, про Ланкастер говорили. Ну, не про винтовку. Черт, подери. А! Фу! Господи. Тихо, тихо. Morning, madam. Где там Николас? Амидай, дерни Николаса. Алло, блин. Он вчера был, когда про ружье говорили, блин. Пусть мне ответит в ЛСЭ. Блять, вот тресть. Короче, по-моему... По-моему, про Ланкастер говорили. Господи, 13 баксов. Ладно. Ох, карабин от Ланкастера. Блять, у меня места нет, все равно для него. Добрый день. Что ж, извините, сейчас приду. Так, опять у меня нету места. Тарелька. Ты сняшний лист, ты сняшний шнишник. Я просто не знаю, сколько вот так вот хватит места. Леди залезла. На, давайте. Так, карабин. Карабин. Патронов карабин. Но уж не каждый день встретишь девушку в оружейном магазине. Бля, денег мне не хватает, сука. Ну. Если некому постоять за женщину, приходится самостоятельно это делать.
Мудрые слова. И что же в наше время предпочитают за оружие хрупкие дамы? Ну, думаю, карабин будет неплохо. Ланкастер, неплохой выбор. А, спасибо. Такой был еще у отца. Я так полагаю, отец вас и научил пользоваться оружием. Да. У меня было два брата, их обучали, ну, соответственно, мне тоже перепало. Да уж, везучая, однако же, девушка. Не думаю. Ну, знаете, вас хотя бы учили стрелять. Ох. Ну да. И вам не приходилось набивать шишки на своем опыте. Кто знает. Да. Прошу меня, простите, я пойду. Да, конечно, хорошего дня. И вам того же. Так, домой. Блядь, мне не хватило на патроны. Шушут, не хватило на патроны. Шушут. Я одно не поняла. Так все-таки по городу можно ходить с оружием или нет? Или что? Или как? Как? Чего? Ой, этот забор чуть не улетел. Ну, тем более... Да все вообще. Короче, что такое? Все, да? И все. И что-то так как-то это, знаете... Как-то вообще, поэтому не знаю. Как-то это. Поеду, наверное. Я, наверное, все на сегодня. Что-то как-то да. Тихо, едут двое, скачут, я с ружом. А, все, фух. Так, завтра у нас утречка начнется. Короче, удочку за лошадей мы бросили. Надо еще искать ловчих вообще на самом деле, как бы. Пусть кто-то поймает лошадей, да, объездит. Вот тебе РПХ, я у игрока куплю лошадь. А шо нет? А шо такое? А шо нет сразу, да? Как бы, когда вот так вот. Как бы, и вот поэтому, как бы, ничего такого. Не, ну красивый такой белый конь. Так. Все, идем домой. Продукты оставила. Вошь, они елки зеленые. Лошади. Дымка. Угу. Уроша, тарелька, трава, хале, кукурунуза. Все. Угу. Так,
Все, поехали. Сейчас приготовим жрать. А завтра поедем в Blackwater съездим, наверное. Возможно, в Валентайн съездим. Я вот не помню, можно там ехать туда или нет, но вроде как можно. Вот, и... Так. Блять. Вообще надо было еще себе ночнушку сделать. Так. Газета пусть здесь поваляется, газета. Объявление пусть пока побудет здесь. Так, хорошо. Я хотела снять оружие. Положить его, типа... вооружение. Угу. И положим его пока сюда. Боже, я не помню, когда я с таким оружием ходила в РП. Если честно. А теперь давайте попробуем. Посмотрим. Крафт. Все как обычно, наверное, будет. У меня все равно какие-то, блядь... Ну да. Что не хватает? Хлеб есть, консерва есть, мясо есть. Пустая тарелка есть. Консервированная фасоль есть. Хлеб есть. Необходимые предметы, относящиеся к мясу. Вот, есть. Что не так? Что не так? Подожди, я слепая, да? Я что-то, наверное, не увидела. Погоди. Нет, все увидела. А курица что, не относится к мясу? Ну ладно, давай так, две разделим, да? Вот, две. Не, нифига. Значит, курица не относится к мясу. А я говорила Серёге? Я Серёге говорила. Курица это... Чёрт! Не мясо. Вообще, блин. Почему у меня не получается готовить? Я просто не понимаю. Курица не мясо, да. Все, курица не мясо. Потому что она невкусная. Мясо должно быть вкусным. Курица невкусная, значит, это не мясо. Вообще, на самом деле, домашняя курица очень вкусная. А магазины это хрень полная. Это как пластик какой-то вообще. Какая глазастая. Все, ребята, пойду я отдыхать. Нет, конечно. Ты пластикоед. Короче, все, ребята, давайте до завтра. Завтра. Надо мне свыкнуться со всем этим. Как-то долго я вливаюсь, честно говоря. Ой, нормально. Так что, да, все. Всех целую. Всем пока. Спокойной ночи. Муа.